Раньше эта котельная, построенная в 1984 году в Жигулевских садах, отапливала теплицы до нескольких прилегающих домов. Но для стадиона она, конечно, морально и физически устарела. Решить эту проблему позволят два новых мощных водогрейных котла. Именно эти два котла будут обслуживать Самару-арену и всю прилегающую инфраструктуру к стадиону. Мощность каждого из них 30 мегаватт. Этого вполне хватит, чтобы обеспечить теплом целый микрорайон города. Теперь котельной не страшна даже плотная застройка близлежащего района. Подобных котлов по мощности в регионе больше нет, а в России есть только один аналог – в Волгограде. Эти котлоагрегаты сконструировали по особому заказу. Котлы эти готовились индивидуально только под эту котельную, под непосредственно ту нагрузку, которая будет связана с стадионом. Это специально заказывались, специально под те мощности, которые у нас предполагаются здесь на стадионе выдаваться. То есть это не конвейерная сборка. Сейчас на котельную устанавливают дымовые трубы высотой в 35 метров. Они обеспечат бесперебойный отвод продуктов сгорания. После этого, значит, мы будем подавать уже тепловую энергию на стадион, на ту инфраструктуру, которая будет подключена к этой котельной. Ну и будет проходить режим пусконаладочных работ. Отладка всего оборудования, вывод его в режим. Сейчас на котельной ведутся завершающие работы. Планируется, что она заработает уже в начале декабря. Еще одним стратегически важным объектом в городе стало больше. Практически готов так называемый фундамент для дальнейшего развития не только района близ будущей Самары-арены, но и всего города. Эту задачу еще в начале подготовки к чемпионату ставили городские и областные власти. И сегодня она с успехом выполняется. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События.